Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель кладбища. И, ребята, я в первую очередь, естественно, отправляюсь сразу же на маяк к нашему деду. Так, у меня есть книга. Вот что я написал. Отличная обложка и страниц много. Приходите на следующей неделе, посмотрим, сгодится ли этот труд. Да ладно тебе, дед, ты что, серьезно что ли? Ёпрасоте, ребята. Мне придется ждать еще неделю, чтобы, видите ли, узнать, сгодится ли мой труд. Для того, чтобы он смог сходить в этот, в университет свой и получить, по-моему, какой-то там... Я не помню, что он там должен получить, но, в общем, одним словом, мы должны спасти будем Вагнера от проклятия, то, что он в демона стал превращаться. Хорошо, ребята, делаем тогда паузу и встретимся уже с вами через недельку, ну, якобы. А на самом деле через пару секунд. Ну что ж, друзья мои, вот и пришел дедушка Звездочет, а у нас, как говорится, пробежала неделя. Давайте болтать. Я вашу книженцию не читал, но в университете все в полном восторге. Слишком хорошая книга, тоже плохо. Они теперь требуют продолжения. Придется нам написать еще одну книгу. Да ладно, ну... Если будете и дальше что-нибудь писать, приносите мне, я с радостью куплю. Здорово. И что, написать книгу с золотой звездой? Вы что, серьезно что ли? Ёкаламане, ребята. Не было, как говорится, печали. Ну что же, мне придется идти и писать золотую книгу. Соответственно, ребята, мне придется еще ждать неделю. Согласитесь, это уже пошло издевательство. Причем самое настоящее. Ладно, ничего не поделаешь. Ой, хорошо, что я могу, ребята, в любой момент нажать на паузу и потом с определенного момента начать. А так было бы жесть. Ладно, пойду, короче, сейчас до дома и будем, ребят, сейчас смотреть с вами, что нужно для того, чтобы создать нам золотую книгу. Ну, насколько я помню, мы начинаем с бронзовой, потом бронзовую прокачиваем до золотой и уже золотую приносим звездочету. Скорее всего, у нас должно быть именно так. Ладно, не будем, как говорится, думать лишний раз, что-то предполагать. Просто пойдем и посмотрим, что нам нужно для того, чтобы написать ее. Слава богу, у меня, по-моему, листики все эти есть золотые. Так что все будет у нас хорошо и должно быть довольно быстро. Так, смотрим. Книга золотая у нас пишется, по-моему, вот здесь. Золотая книжка. Что нам нужно для того, чтобы создать? Так, золотая книга. Смотрим, нам нужны золотая глава и твердая золотая обложка. Для того, чтобы сделать твердую золотую обложку, нам понадобится твердая обложка, обычная. Хорошо, приступаем. Так, что у меня там, все забито, что ли? Да, ребята, у меня все забито какой-то ерундой. Давайте это все вот так использовать. Так, сферы, сферы, это все, ребята, мы выложим. Зачем они нам нужны сейчас? Незачем. Так, молитву тоже выложим пока. Ну что же, мы получили с вами обложку. Далее гоним. Нужна, значит, твердая обложка. Дубильная жидкость. Ах ты. Слушайте, ребята, чтобы... Дубильная жидкость у меня случайно не осталась? Сейчас глянем. По-моему, нет. Усилитель роста. Ай-яй-яй. Так, а чтобы нам сделать дубильную жидкость, что же нам нужно? Не помню. Хорошо, для этого надо нам, ребята, тогда телепортироваться. Карьер, маяк, старая кляча. Блин. Ну что ж, придется тогда добежать до бабульки, которая у нас, естественно, на болоте. Что такое? Мои поздравления, Йорик рассказал, что ты теперь аристократ. Да. А он как узнал? Ну, он почти все время вокруг тебя летает. Если ты его не видишь, это не значит, что его нет. А сейчас он тут? Уверен, что тут. Ха-ха. Да? Слушай, мы так с этим Йориком с вами ничего и не закончили. Ладно, летает вокруг меня, так пускай летает. Нам сейчас главное не это, ребят. Нам нужно взять дубильное вещество. В принципе, с одной стороны, даже хорошо, что нам надо недельку подождать, потому что книжка у нас будет
писаться не так уж и быстро. Я возьму, наверное, у бабульки пару флакончиков на всякий случай. Вдруг они еще для чего-нибудь нам понадобятся. Так, бабуль, ты главное стой. Я смотрю, что у нас надвигается вечерок. Ага, вот она и бабушка. Так, торговать. Ну-ка, где у тебя дубильная жидкость? Возьмем... Ой. Ладно, фиг с ним. Столько нам хватит. Сейчас мы сделаем с вами книженцию. И, блин, а вот с главой, ребят, я что-то, честно говоря, не уверен, хватит ли у меня страниц. Хм. Кстати, с Герри у нас тоже не все задание выполнено, насколько я могу понимать, потому что у них идет лояльность, и желательно ее догнать до соточки. Так, давай сюда зайдем. Как говорится, скоротаем себе дорожку. У нас сейчас будет молитва. Но я думаю, что, ребята, мы не будем идти с вами читать проповедь. Так, вот что нам нужно. Твердая обложка. Давайте делать. Твердую. Кстати, надо вот эти книжки-то прочитать. Зачем они мне инвентарь будут захламлять только? Так, смотрим далее. Нужна нам твердая обложка, две стальные детали нужны. Хорошо. Погнали. Я знаю, что они у меня есть. И сейчас мы их быстренько с вами заберем. Так, они у меня хранятся в ящике для хлама. Раз, два. Так, замечательно. Эх, книжечка-то моя золотая. Ну, я надеюсь, что это будет последняя книга, которую попросит у нас звездочет. Иначе я его пришибу прям там, на этом маяке. Создаем, значит, теперь вот эту книгу с вами. Погнали. Все, ребята, осталось дело за малым. Написать золотую. Да ладно! Только не это. Нам нужны золотые ювелирные, ребята, изделия для этого. А знаете, что это означает? Что это полный финиш. Как мне... Эх, зря я в свое время продавал, да, все это? Ох, как зря. Вот теперь мне это все понадобится, а этого у меня и нету. Смотрим, вообще нету, ребят. Так, золотые, у нас продают их, в принципе, кто? Торгаш. Ага. И, по-моему, все. Хорошо, ребят, я тогда быстренько слетаю на маяк. Ой, на маяк. В карьер. И попробую здесь хоть как-нибудь раздобыть золотых самородков, ребят. Вы посмотрите, сколько я тут набомбил в свое время. Просто жесть какая-то. Поверьте мне, мне еще не меньше придется бомбахать. Ладно, короче, ребят, давайте на паузу. Буду добывать. Потом продолжим. Ну что же, ребята, давайте тогда сделаем с вами золотую обложку. Так, и сразу же скажу, что я сделал себе золотую главу. Да. Заранее, ребятушки, как раз перед этим, как сделать обложку. Ну что же, создаем с вами золотую книгу. Так, золотая книжечка. Ух, погнали. Ну, ребят, нам еще придется с вами подождать, ну, приличное время, чтобы наступил день звездочета. И уже мы ему, соответственно, будем сдавать эту книжечку. Так, книжка есть, все. Ну что же, ребята, давайте ждать еще, как говорится, недельку, ну а для вас пару секунд. Ну что ж, друзья мои, полетели. Полетели мы с вами на маяк. Ой, зачем мне здесь? Один уничтожим, естественно. И полетели мы с вами к старичку. Я золотую книжку, ребята, сделал. Все, как вы знаете, давайте, надеюсь, это последняя его просьба. Я написал книгу. Вот, новая книга. Выглядит превосходно. Разрешение на экспедицию у нас в кармане. Ну неужели? Так, и... Не понял. Так, лучший продавец. Мы получили с вами достижение.
Это, конечно, все хорошо, дедуля. Я не понял одного. На эксп... Так, секунду, блин. История, все это у нас есть. Так, а что же нам делать-то теперь? Слушайте, подождите, может быть, мне нужно сходить к форту? Слушайте, я что-то не понял, блин. Так, он мудр и устал от всего, даже от жизни. Так, что-то меня, дедуля, этот огорчает. Если честно, я не могу понять, что мне нужно теперь сделать. Я, конечно, подойду к форту, к входу, но я сомневаюсь, что меня туда впустят. Тут должен быть где-то проход тайный, скорее всего, да? Он же говорил, у меня там есть где-то лазеечка. Интересно только, где эта лазеечка? И нужно ли вообще мне туда идти? Нормуль дедуля пошутил, да? Так, ну здесь, как видим, ничего нету. Здесь тоже ничего. Везде одни стены. Так, ну давай, как будто мы идем на экспедицию, ё-моё. Что это за место? Ну это понятно, это мы с вами... Ха-ха. Ничего подобного, ребята. Никакой лазейки здесь нету в стене, абсолютно. Так. Только не говорите, что мне теперь нужно ждать дня Шармель, чтобы с ней поговорить. Но ведь звездочет же мне ничего толкового не сделал. Да, немножко меня это озадачило. Хорошо, я забегу, конечно, в забегаловку, в эту старую клячу, посмотрю, что там изменилось. В любой другой день к звездочету нет смысла лететь, потому что его просто-напросто не будет на маяке. В чем же тогда тут загвоздка, а? Непонятно. Очень мне непонятно. Так, давай зайдем сюда, посмотрим. Ну, здесь ничего абсолютно не поменялось. Ну, дедок сказал, что теперь у нас экспедиция в кармане. У меня есть золотая история, ну и все. Больше у меня ничего, к сожалению, нет, ребят. Это немножко удручает. Я пойду еще разок навещу, конечно, этого звездочета. Посмотрю, может быть, у него вдруг что-то переклинило в голове. И если там ничего, ребятушки, не изменилось, нам придется с вами дожидаться именно денька с Шармель. Потому что другого больше варианта нету. Мы, может быть, придем к Шармель, и звездочет появится там. Ну, если логически подумать, что вполне такое реально. Тогда он типа там абракадабра наколдует что-нибудь. Вагнер появится или еще что-нибудь в этом роде. Нам только остается догадываться. Нет, звездочет все по-прежнему стоит. С ним можно торговать. И все. Больше здесь ничего нету абсолютно, ребят. Зайти я никуда не могу. С этим разговаривать бесполезно. Ничего толкового он нам не расскажет. Ладно, хорошо, ребята. Полетели домой, будем ждать дня Шармель. И будем продолжать потом. Слушайте, ребят, я не знаю, что меня переклинило, но давайте-ка мы сходим с вами сюда на портал и посмотрим. Может быть, мы сможем с вами создать портал, потому что у нас, видите, два задания. Портал создать на Ведьминой горе и также магический лазер. У нас стопудово для портала все есть. Лазер мы с вами, наверное, попозже немножко приобретем. Так, вот, создать... А, мы будем создавать с вами излучатель. Создаем. Погоди, а почему? Так, ну излучать. И сразу же нужно портал, что ли? Так получается? Ладно, а нам в любом случае нужен транспортир и ожерелье. Да чтоб тебя, будь ты неладен. Да, больше ничего здесь не делается. Хорошо, ребята, тогда по-прежнему остается у нас задание ждать дня Шармель. И уже идти к ней и разговаривать.
Ну что же, ребята, как видим, наступил день Шармель. Подходим к ней. И ничего абсолютно не поменялось. Это говорит о чем? О том, что, ребята, с ней разговаривать бесполезно в данный момент, пока мы что-то здесь с вами не сделаем. Только вот что нужно сделать, я никак не могу понять. Ну что, мы сделали там с вами на Ведьминой горе одну из вещей. Нам еще нужно, но нам не хватает деталей. Если, предположим, я сейчас схожу опять к звездочету на маяк. Слушайте, а может быть нам надо было ждать еще неделю, а? Ведь вполне возможно такое ведь, так? Хорошо, короче, сейчас я приду, посмотрю. Если его там нету, нам придется ждать с вами самого того дня звездочета, чтобы прийти к нему. Но если он и в этот раз ничего не сделает, то я умываю руки, ребята. Я не знаю, что тогда нам надо будет делать. Хотя мне почему-то кажется, что именно неделю нам нужно будет выжидать для того, чтобы мы с вами отправились в экспедицию. Мы же ему книжку отдали, да? Он якобы ее понес этим... тем ребятам, короче, в университет, чтобы они ее прочитали. Ну что же, ладно, давайте тогда встретимся уже с вами в день звездочета. Ну что, дорогие мои друзья, пора нам отправляться с вами на маяк и дальше проходить игру. Вау! Звездочет готов с нами разговаривать, и я с удовольствием послушаю его. Не знаю, что уж вы там написали. Меня полностью восстановили в должности и даже повысили. А самое главное, декан подписал разрешение на нашу экспедицию. Но не все так гладко. Нам нужен кто-то с сертификатом аристократа для сопровождения экспедиции. Обычно это не проблема найти кого-нибудь праздного аристократа. Но учитывая деликатность нашей миссии, этим аристократом должны быть вы. Заполучите титул аристократа. Все сейчас упирается в вас. Хе-хе, дедуля, он у меня уже давным-давно есть. Если ты этого не знал. У меня есть сертификат аристократа. Хорошо, значит мы готовы. Еще бы. Я пошлю за дочерью. Встречаемся у входа в Северную Цитадель. Начать королевскую экспедицию. Вау. Так. У нас есть бумаги Королевского университета, позволяющие нам находиться на территории Цитадели. Мы направляемся на место археологических раскопок в пещере. Ну, скажем, оно не в городе. Его купил лорд-командор Северной Цитадели. Это последнее, что я о нем слышал. Не беспокойте его, дружище, пусть отдыхает. Мы сами зайдем к нему утром. Спасибо, что помогаете мне. Где нам искать Вагнера? Он должен быть в лагере около дороги. Вот он, Вагнер, в клетке. Похоже, и все стражники спят. Храп-храп, спят, действительно. Вагнер. Ах, Шармель, вы не должны меня видеть таким. Все хорошо. Меня волнует только красота твоей души. Тихо вы! Как же мы откроем клетку? У меня есть набор отмычек. Шальная молодость, знаете ли. Спрячем пока его, потом вы сможете его вывести в одном из сундуков с артефактами. Вагнер, какое у тебя красивое имя. А, вот и вы. Старик, наконец-то ты виновен во всех моих злоключениях. Мой сын должен был пойти по моим стопам, стать могучим воином, но теперь нам не нужны воины, и он решил стать поэтом. Позор на мои седины. По твоей вине взорвался перевал. Во всем виноваты ты и твои дружки. Я точно не виноват, просто неудачное стечение обстоятельств. Всему виной большой взрыв. Да и, видимо, использовать золотой транспортир для расчетов было не самой удачной идеей. Отговорки. Я так и знал, что что-то здесь происходит. Сперва это чудовище, затем ваша экспедиция. Вы все преступники и предатели, а вы, мадам, наверняка ведьма. Я вообще работаю на инквизицию. Я работаю под прикрытием. Что ж, если хотите, можете меня казнить, но отпустите мою дочь, она ни в чем не виновата. Отец, я не уйду без тебя и без этого молодого человека. У меня есть связи при дворе. Можно я просто уйду, а? Связи? Ха, я дядя короля. А я твой сын, Вагнер.
Заткнись, чудовище. Вагнер, конечно, сплошное разочарование. Но чтобы ты был Вагнером, это уж слишком. Я могу доказать, у меня есть семейное родимое пятно. Прямо слева от хвоста. Сейчас где-то должно быть под шерстью. Довольно, пожалуй, я казню вас всех. А тела сброшу в пещеру, не будет никаких вопросов. Лорд-командер, я могу помочь с телами? Похоже, это конец. Прости меня, доченька. Мне не изменить прошлого, но сейчас ты для меня все. Папочка, сегодня лучший день моей жизни. Я нашла семью и свою любовь. Вагнер, дай я тебя поцелую. Оу, как романтично. Вау. Сын! Да, отец, ты только что чуть не убил собственного сына, но я готов тебя простить. У меня есть предложение. Я останусь с тобой и стану воином, а ты всех отпустишь. Будь по-твоему. Но ты, старик, запомни, настанет день, и я тебе отомщу. Но на сегодня вы все свободны. Вагнер, не грусти, любимая, мы еще будем вместе. Вот, возьми это ожерелье, я думаю, оно принадлежит тебе. Я выкупил его у торговца, чтобы вернуть тебе, хотел сделать сюрприз, но все не решался. Даже так, ребята. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Но не знаю, сдается мне, что наши проблемы только начинаются. Вагнер в безопасности, и это главное. Пойдем, отец, покажешь мне, как ты живешь. Я бы хотел отблагодарить тебя, мой друг. Могу ли я что-нибудь для тебя сделать? Ваше жерелье, оно мне необходимо, чтобы вернуться к любимой. Похоже, мне оно уже помогло найти любовь. Надеюсь, и тебе поможет. Бери, оно твое. Юноша, у меня тоже есть кое-что для вас. Мне удалось откопать золотой трансмортир в груди своих старых вещей. Он ваш? Спасибо. Ты так похожа на мать. Ну, умом я, кажется, пошла в тебя, папа. Эпичное, ребята, воссоединение. Фух, ну а мы с вами, естественно, идем на Ведьмину гору. Так, давайте-ка быстренько мы с вами телепортнемся в милый дом. На всякий случай сохранимся. Я не знаю, что там будет. Вдруг что-нибудь произойдет. Лучше начинать, как говорится, с сохраночки. Так, Ведьмина гора ждет меня. Блин, неужели финал, а, ребята? Эх, как не хочется. Я уже так прикипел. Прикипел к этой игруле, ребята. Буду скучать. Буду очень сильно скучать, но у нас там очень много чего интересненького будет. Кстати, свой второй канал, ребята, я создал, который будет посвящен именно играм на ПК. Так что потом, когда я немножко туда подкину игрушек, я уже выложу ссылочку на него. Так, ну, приступим, пожалуй. Да, будем создавать ствол. Вау. Похоже, все готово. Что теперь? Как же включить портал? Ха-ха, Герри. Ты так все-таки решил нас покинуть, да? Я должен вернуться к любимой? Что-то мне грустно. Я, похоже, буду скучать по тебе. Я тоже буду скучать. Печаль. Что-то припоминаю. Это портал, он ведь не для путешествий. Он исполняет твои сокровенные желания. И похоже, с моим желанием что-то пошло не так. Здравствуй, сын мой. Мы пришли попрощаться. Как вы узнали? Ну, в общем, нас изгнали из города. Слишком много на нашу семью свалилось власти. Все эти совпадения показались Королевскому Совету подозрительными. Только мы добрались до таверны, как Лоуренс почувствовал, что ты тут. Ну, я все-таки успел отлучиться от церкви, и полгорода теперь в изгнании. Ха-ха, теперь только церковь на кладбище может работать, как полагается. Можете забрать церковь и огород себе, если хотите. Символы начали светиться. Оу, все пришли. Дита, Гарвард. Мы чудом успели убраться из города. Похоже, лорд-командер направил все свои ресурсы против нас. По правде сказать,
Несложно было нас подставить, когда кругом такой бардак. Мертвые восстают. Великого инквизитора обвинили в том, что он возглавил темный культ. Ужасное время. Епископ отлучился от церкви. Всю знать. Ай. Они сами напросились. Мы собираемся спрятаться на маяке на какое-то время. Может, получится как-то связаться с Вагнером? Я же говорил, что он будет здесь. Я вижу, вы собираетесь нас покинуть. Да, монсеньор? Не вовремя. Совсем не вовремя. Проклятие. Все усиливается. Не представляю, как мы его остановим. Может быть, уже слишком поздно, но это, похоже, моя вина. Мне это проклятие должно быть только в радость. Но что-то мне не радостно. Мы собираемся осесть здесь. Восстановить наш старый дом. Здешние места священные и, похоже, защищены от проклятия. Я чувствую, что нас еще ждут удивительные приключения. Все скоро изменится. Я буду молиться о вашей безопасности. Но... Назад домой. Портал заработал. Наконец-то мое желание исполнится. Я снова буду со своей любимой. Оу. Милый мой. Любимая? Какого лешего она-то сюда попала? Эй, ребята, погодите, я должен попасть туда. Погодите-ка минутку. Это что, все? А где зомби-апокалипсис? Нашествие дикарей с севера? Путешествие на торговом корабле, черт побери. Нам так и не показали чертов город. И я разочарован. Ой, да ладно, они же грязные капиталисты. Вот увидишь, они все это засунут в DLC, чтобы заработать лишнюю копейку. Пожалуй, ты прав, товарищ. Пойдем выпьем по вину. Я, пожалуй, предпочту морковный мартини. Ребята, ну вы поняли намек, да? То есть, продолжение следует. Продолжение будет. Вот что я вам скажу. Ну что же, однозначно, ребята, игра топ. Мне она понравилась очень сильно. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Ну, а мы, как говорится, с вами увидимся уже, надеюсь, в ближайшем скором дополнении. И будем играть. Нет, все-таки, конечно, круто. Но, честно говоря, я не ожидал, что именно любимая прилетит к нему, а не он к ней. Ну, от этого еще даже и лучше. Так что, дорогие мои друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.